Сегодня пришла вот такая вот большая посылка. Это посылка с сайта AliExpress. Заказывал для знакомой. И здесь у нас хорошо упакованный зонтик, который ей очень-очень был необходим. Выглядит он следующим образом. Это зонтик, так называемый перевертыш. Хорошая у него здесь кнопочка. Она выбирала розовый цвет. Все работает идеально. Внутри зонта есть вот такая вот прокладка с отверстиями дышащими. То есть, когда вы его будете складывать, у вас будет сухая поверхность, которая не будет вам мочить одежду во время дождя. Работает идеально. Имеется вот такая вот ручка, которую можно повесить на рюкзак, на сумку, повесить на руку, можно ее. Можно также повесить на перила в общественном транспорте. Ну, то есть многофункциональный крючок. Он очень большой. Большой, где-то 90 сантиметров у него диаметр купола. Сделан качественно. Ничего не лагает. Разных клея и всего остального не видно. Ну, то есть достойная вещь для вашего EDC набора. Если вам нравится розовый цвет, можете заказать по ссылке в описании. Если розовый цвет вам не нравится, можете заказать любой другой. Там большое множество расцветок. Есть принты. Внутри будет как небо сделано. Либо цветы. В общем, все зависит от вашей фантазии. Ну, зонтик мы немножечко упакуем для того, чтобы отдать знакомой. А вам, ребята, хотелось бы сказать, заказывайте больше с сайта AliExpress, пользуйтесь ссылками, которые предоставляют автора в описаниях, оцените это видео, поставьте палец вверх, либо палец вниз, напишите свой комментарий, что вы думаете по подобным зонтикам и по другим товарам, а также подписывайтесь на канал. Всем пока!